Всем привет! В прошлой части я показывала вам все свои вещи. Какие? Я вам показала вот такие вещички у меня пока есть. Давайте закончим эту часть быстренько. Давайте. Мне потом купили вот такой Simple Dimple. Короче, классический Simple Dimple. Классика. Дальше. Потом вот такой Simple Dimple мне подарили вчера. У меня хоть было и не дыре. И, конечно же, ну вы эти часы помните, да? Короче, дальше у меня есть вывернушки. Вот такая и вот такая. Они превращаются в желтую и серую. Мордашки у них одинаковые. А еще у меня есть игрушки маленькие. Это тигра. Познакомьтесь, это тигра. Для года тигра. Либо вы подписывайтесь, либо я не приду к вам в этот год. Нет, если вы не подпишетесь, я съем все ваши вкусняшки. Вы меня запомнили. Так, тигра, уходи. Не надо наших зрителей пугать, да? Да. Еще мне вчера вот подарили к Simple Dimple. Мне подарили вот такую лягушку. Ее зовут Попрыгунчик. Ну а этого тигренка зовут Тигра. Поняли? Попрыгунчик, тигра, попрыгунчик, тигра, попрыгунчик, тигра, попрыгунчик, тигра. Хе-хе-хе. Короче, только у нас проблема. Попрыгунчику надо будет сделать операцию. Знаете почему? Посмотрите. Видите? Черный? Ничего. Вот так. И еще у меня есть две последние вещи. Это вот такой пингвин. Я пингвин, я летаю, трансцендент. И вот такой сквиш, единорога. Ну, на этом наш выпуск подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!